вручают на этом видео небольшие подарочки, призы. Итак, ну что, приступим, ребята? Давайте тогда первых ребят возьмем вот этих вот двух парней. Давайте, ребят, и давай тоже ты слезай, и ты. Как вас зовут? Игорь. Игорь, очень приятно. Валера. Валера. Сава. Сава. Лиза. Лиза, давай покажем серединку лучше. Отлично. Валера, давай, зажигай, Валера. Вот так! Ребята, все, кто устали, присоединяемся к танцам, тренируемся! У меня сейчас проводятся тренировочные сессии для отборов чемпионата России по Just Dance. Победители чемпионата России по Just Dance отправятся на чемпионат мира в Париж.
посвящение? Ты первый раз танцевал? На процессе нет. Спасибо, ребята, за ваши старания, за умницы, молодцы. Давай, я. Я буду брать по 4 человека, потому что желающих очень много. Давай, 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 не зажимай эту чувство. Спасибо большое. Я хочу станцевать с моим коллегой-стримером, который очень расстроился, что у него не получилось.
получите сексуальные песни, дают подарки. Девушка, девушка! Вот девушка! Она шикарно достойна! Ничего не решает! Yeah.
Все, танцуйте! Ушел, танцевали, пришел, танцуйте! А мы стримили, между прочим, общались на тему Игромира. Всем привет, привет и добро пожаловать на стенд NVIDIA. Рада вас видеть. Последний танец, так что, да. Денис, выбирай давай людей, которые нас будут закрывать сегодняшний жан-танц. Кто-то уже танцевал, я вот все знакомые скажу, лица. Сейчас, секунду. А давай вот вас и вас. Да? Выбрал? Ну, не знаю, не знаю. Много девушек танцевало. У нас на двоих или на четырех? Это наши танцы, да, вот. Ничего себе. У нас вопрос, вы танцевали уже? Сегодня, вчера? Вчера. Вчера тебя не было, а ты все помнишь. А вчера сколько набрали? Пакета не было, поэтому... Нет. А уже все было. Хорошо. Так. А вы? Саша, вы танцевали? Да. В общем, у нас эксперты по танцу, поэтому прошу диджея выбрать композицию. Но мы будем прогонять со сцены. Давайте мы возьмем еще одного участника. Что вы танцевали еще? Давайте. Так, выбрали? Давай втроем. Давай втроем. Отлично, трек выбран. Погнали. Удачи участникам! Все ребята присели! Поддерживаем танцующих на сцене! Ничего себе, у тебя контроль танцует! Потому что вопросы действительно...
песня отчасти повторяется. Волга армия, я вас вижу, привет вам большой. Кто там стоит в очереди PlayStation VR? Заходите к нам на стендем видео. Да, мы будем рады вас видеть. У нас викторина. Ответы на наши вопросы. Что такое? Давайте ждем. Для чего римские матроны использовали под гладиаторов покупаемые ими в киосках при амфитеатре? Причем у меня несколько правильных ответов. Ваши шансы велики. Еще раз. Для чего римские матроны использовали под гладиаторов покупаемые ими в киосках при амфитеатре? Знаете, что такие римские матроны? Мы вчера это уже проходили. Игроки экскурс. Дамы из высшего сословия. Для чего они использовали ход гладиаторский? Кто был первым? Алина. Ты бы для чего использовал? Ладно, давай скажешь. Не важно, не подсказывай. Можно я попрошу вас? Ждем его. Такое эрогенное свойство. Эрогенное свойство. Андрюха здесь. Ну, нет. Здесь. Нет. Вчера, кстати, первый ответ был тоже. Но увы нет. Так, кого нет? А он вчера стоял, я его помню. Слушай, вот вчера меня не будет. Вчера меня не будет. Русский, хорошо, говорите. Завтра меня не будет, приходи. А можно у коллеги спросить его? Да, такой вариант ответа есть. Поздравляю вас, выходите на сцену, аплодисменты. Похлопаем. Спасибо. Как вас зовут? Владимир, так все-таки сами догадались или у коллеги ты сказал? То есть будете крутить спиннер по очереди, коллега. Спасибо за участие. А мы продолжаем, у нас еще вопросы 10, наверное, да? Итак, следующий вопрос окружает Алина Рин. Сколько римских императоров однажды объявили войну Торию и сделали своего коня сенатором? Он был вчера тоже? Нет. Посмотрите на это хитрое лицо. А если мы спросим у того, кто не отвечал, кто не был вчера, ты обидишься? Да? Ну тогда я пошел спрашивать. Получай. Ну, да, давайте, итак, хорошо. Калибула. Калибула, это правильный ответ. Дорогой девайс. Ура! Представься. Разыграть. Откуда такие познания в истории? Хорошо учишься? Или часто ходишь на Игромир? Часто ходишь. Вчера был и сегодня не был. Сказал, да? Не видел? А вы все знают лицо, хорошо. Это класс-палатка, насколько я знаю. Но класс-палатка, то есть не как газета. И сейчас ты тебя позоришь. Ладно, спасибо. Спасибо тебе огромное за участие. Следующий вопрос, позволь. Стараются они прям. Пятый. А вот интересный вопрос, потому что вчера ответ был ноль, и мы его засчитали. Сегодня правильный ответ указан. Как разработчики консоли изначально хотели назвать оригинальный Xbox? И сейчас меня убьют те, кто вчера называл правильный вариант ответа. Но почти. Название консоли. Вот DirectX. Ты подсказывай. Кошечка, девочка, кто ты? Давай, Петюша, тебе руки, да? Говори громче. А говорить не надо. Надо руки поднимать. Ну что же вы? Нет, давайте все-таки. Там парня полосатый. Снимайся, давай, покажи. Пацан пола. Директ из Xbox. А что это такое? Это пути. Спорты? Да, спорты. Ты любишь гонки? Да.
гонялась же на стенде Порзу 7. Пробуй. У нас в воскресенье будет чемпионат. Можешь принять участие. Поздравляю тебя. Молодец. Аплодисменты. Изображение какого персонажа есть внутри каждой консоли Xbox One S? Вы были первым. Мастер Чиф. Мастер Чиф. Знаете, где находится изображение? Примерно. Посмотрите, чуть не на жестком диске. Действительно изображен Мастер Чиф. Герой игры Halo, серийника, очень популярный. Прошу вас на сцену. Аплодисменты. Это было быстро. Что поделать? Как вас зовут? Иван. Вы играли в Halo? Я по причине того, что не было консоли или консоль другая. Но если что, можно в воскресенье выиграть Xbox One X. Будешь это успех. Спасибо, поздравляю тебя. Halo, кстати, на рынке СНГ не осталось популярным, потому что у нас консоль, в принципе, Xbox на момент старта продаж, она была, можно сказать, что популярна. Собирают обороты, и, естественно, Halo как следующий день. Одна из местных интересных игр, по-моему, уже и Halo 5. Какая сейчас серия? На пятерке оставили, да? Пятерки я не играл еще. Да, это новый проект от Wargaming. Можно поиграть, соответственно, вот здесь вот. И выиграть тоже ништяки, если вы набьете больше всех фрагов. Но, собственно, все подробности можно уточнить уже у ребят, которые работают на стенде. Какой еще проект компании Wargaming, который ты видел? Ну, первым. Какой проект? А что за проект такой? Это шутер, классный шутер. Хорошо. Как тебя зовут? Лев. Лев, а ты знаешь этот проект? Ты был на Warfest. Вот как у тебя? Ты был вчера на стенде? А, на Ютубе? Интересно выглядит? Ну посмотрим, время покажет. Спасибо, что принял участие в Италии. Молодец, поздравляем, аплодисменты. Подключите наших финалистов, друзья, давайте за них поболеем. Да, все-таки новые вопросы есть, это интересно. Восьмой, да? У Sony есть... Сегодня много чего есть, но в вопросе указан Uncharted, Heavy Rain, Одни из нас и Bloodborne. А что же есть у Xbox? Может, кого-нибудь из задних рядов? Не слышно вас, громче. Так, еще. Помимо Forza и Halo, знаменитая серия про охоту с мужиком. Gears of War? Да, Gears of War. Все правильно. Вспомнили? Ну что же, поздравляем вас. Как вас величать? Сергей. Сергей, стримы смотришь, Серег? Как так? А сейчас занимаешься в свободное время. Чему ты учишь вообще? Чему ты учишь людей? Стримы — это бесполезная трата времени. Он технологии смотрит. Мне есть чем заняться, помимо твоих стримов. Мы можем посмотреть стрим Алина. А что ты можешь разбирать, собирать на стриме? Технику можешь? Скинер. Ну ладно. Спасибо, что принял участие. Спасибо за голову. Поздравляю тебя. И это еще не все. Это еще не все. Есть ли среди вас те, кто играет в Пику? Вас много.
а Вилсакома по-прежнему не видно. Ну ладно. В общем, всю 18-ю можно уже купить в NVIDIA с вчерашнего дня. Поэтому используйте эту информацию. Сумно. А вопрос, чтобы вы купили, это была рекламная пауза. Ну, это твой вопрос, я девятый. Я смотрю, я иду в зал. На самом деле, хочу прям середину. Подожди, нулевой вопрос. Еще пару секунд. Я готов. Спасибо. Итак, я вопрос. А что вообще такое Total War Arena? Так. Что такое вообще Total War? Это игра, это стратегия На самом деле все видно, это стратегия, которую вы можете поиграть на сцене. Я знаю, что здесь многие знают, что подойти, провести весь вопрос. Смотри, тишина. Поставьте тишина. Ответ правильный был? Был. Отлично, тогда подключим вас на сцену. Сцене меня не слышно. Пойдем. Сквозь стерни к звездам. Так. А что ответил человек? Модный рюкзак у вас. Ну что-то ответил? Правильно ответил. Хорошо. Стратегия в реальном времени действительно. И подарок, аплодисменты. А что это у вас такое? Powerbank. Поздравляю. Вас зовут? Алексей. Поздравляю вас еще раз. Спасибо. У меня все. А зрители, Олег? Я давайте начинаю раздавать. Взрослые зрители. Это послание. Так. Сколько лет назад была основана компания Acer? Сложный вопрос. Очень. Ну, допустим. Тридцать или пятнадцать? Двадцать. Так. Поднимите руки, если вы знаете правильный ответ. Ваш конкурент может воспользоваться тем, что вы выкликиваете правильный ответ. Тихо! Тихо! Вы правильно же подсказываете. А, они специально. Смотрите, это братство, я понял. Так, еще раз вопрос. Не все слышали. Сколько лет назад была основана компания «Эйсер»? Ты здесь за 76-й год. У тебя только есть, мы необразованные стримеры, ты что? Просто скажи, сколько лет? А здесь каков? Должен? 40... Посчитали уже? Ладно, тебе повезло. Выходи. Поздравим. Признайся честно, нагуглил. Да тут честно. Молодец. Я как зовут, куда пошел? Сразу стыдно стал, не переживай. Мы постоянно читерим на стримах. Теми, красивое имя. Теми. Ты на Игромир пришел какие-то определенные игры посмотреть? Вот он. Друзьями? Они сейчас наблюдают за тобой? Привет, передашь? Давай. Ну, он передает привет тебе. Да, поправь. Спасибо. Я даже не просил аплодировать, вы уже сами на автомате. Это похвально, спасибо. Спасибо, леди и джентльмены. Сколько стоит самый дорогой игровой ноутбук Acer Predator? Так,
Ну что, выберешь кого-то? Человек с козой, да, когда он стоит в очках. Да. Мне кажется, он у вас с маленьким, такие ключи, нет? У нас нож, да какой? Я думаю, что этот шикарный плед, который украсит ваши темные вечера, но мы сами хотели передать. Ну ладно. Ну ладно. Что? Мы нас цену хотели пригласить. Ну, еще раз. Поздравляю вас. Да. Еще один вопрос. Следующий вопрос. Сколько весит Денис Уиллам Геймса? Ну, если честно, я вешу 76 килограмм. Сколько весит самый мощный игровой ноутбук? Так, подожди. Вот были первыми. 20 килограмм. Нет, это многовато. Наверное. Нет. Нет. У нас есть другие данные. 1,5 кг. Нет. Неверный ответ. Иду дальше. 10 килограмм, Алин. Нет, но близко. Нет, но близко. Так. 8,5. Так. Выкрикивать не надо, я подхожу. Возможно, правильно ответ звучал. 8,5. Вот правильно, так и надо. Поднял руку, я подошел. Вы представились. Вадим. Вадим, подходите с нами. Нам сказали, Вадим, поднимайте на сцену. Прошу прощения. Аплодируем Вадиму. И последний вопрос у Карины. А что у нас дальше? Вадим, аккуратно. Все отлично. Вадим, откуда вы знаете, сколько весит игровой ноутбук? Вы занимаетесь обзорами, возможно? Вы играете? Хорошо. Тогда у меня вопрос тогда, в принципе, к игрокам. Топ-3 любимых игр. Не обязательно новинок. Танки. Так, это топ-3. Топ-2. Корабли. Left 4 Dead. Замечательно. Первая и вторая часть. Вторая часть на Xbox. Вторая часть на Xbox, первая на компьютере. Но хорошая игра, хороший выбор. И топ-1. Футбол. То есть FIFA 18 тоже будете играть. Предзаказали или уже купили? Уже можно купить, кажется, да. Еще нет. Но, видимо, будет на пару. Но знакомым. А вы покупаете вот эти карты игроков? Наконец, но возможно в планах. Донаты внутриигровые сейчас семестра. Спасибо, что приняли участие. Спасибо. Спасибо, что пришли на наш стенд. Надеюсь, увидим вас вновь. Аплодисменты всем, кто принял участие. И мы вам тоже аплодируем. Спасибо. Что у нас завтра? Виктория, у нас закончились. Завтра? Завтра. Что у нас? Завтра у нас конкурс косплея. Косплей. Завтра у нас Just Dance, несомненно. Форза тренировка. Мы будем разыгрывать ноутбук, да. Acer как раз игровой, но мне кажется, он не 8,5, а чуть меньше, но тот, который мы будем разыгрывать. Сегодня мы разыгрываем Xbox One S, и да, позвольте, я напомню всем, время у вас еще есть, у вас есть 40 минут на то, чтобы подойти к стенду софт-клаба, заполучить книженцию, путевой лист, выполнить все задания, которые там, соответственно, указаны. Там банально нужно собрать несколько печатей. Сбегать, прошу прощения, но действительно 40 минут это немного. Сбегать до магазина NVIDIA, купить что-то на 500 рублей, считайте, что это донат, да, своеобразный. Вернуться на стенд софт-клаба с этой книжкой с печатями. Вам, соответственно, за покупку 500 рублей в NVIDIA выдадут приз какой-то рандомный. Потом вы возвращаетесь на стенд софт-клаба. Даже продажу не вышло официально, но мы вам гарантируем ваучер на получение в день релиза этой приставки. Напомню, 6 Teraflops. Пока что
самая мощная приставка, которая может действительно выдать 60 FPS, 50 кадров в секунду в разрешении вплоть до 4К. Картинка представлена справа, можете поиграть. У нас небольшая очередь, но тем не менее, я думаю, что всем желающим полезно ознакомиться с новым тайтлом. Игра выходит 3 октября. Там 700 машин, 200 трасс. В общем, есть чем похвастаться перед конкурентами. Рекомендую. Вчера погонял. До Forza Motorsport 7, на самом деле, мы принимать участие в тренировке не будем. Мы и так опытные водители, у меня права есть. Отлично. Я тоже вожу с 19 лет. Я пока поиграю в Cuphead. Вам тоже советую. 26 лет это достаточно, да? Ну да. Ну да. Не упустила шанса, момента напомнить мне о бодрости пожилом. Спасибо. Ищи своим возрастом. 45 лет. Хорошо сохранился. Но пока небольшой перерыв на сцене. Приглашаем вас к стенду Forza. А мы к вам вернемся чуть позже, в 16:00. На этой сцене автограф-сессия. Спасибо, что смотрели, спасибо, что танцевали. Еще раз, да, низкий поклон и аплодисменты. Спасибо.